провести следующие две минуты. Спартак выиграл вбрасывание снова. Никишин. Здесь вторая так формально. Бригада целых гол. Вот вам и вторая бригада. Всего 9 секунд на реализацию этого большинства. Не знаю, начинает ли капку экс-Спартака или дает просто пока шанс. Золотухин перед воротами. Никишин результативная передача. Наконец-то реализовали москвичи. Да, ну, видишь, сегодня такой матч, что те, что другие. Свое первое большинство реализуют. Первые два матча серии по 0-1.